Друзья, всем привет! Сегодня у нас перенивиз. Погнали! Такой элемент, как передний виз, я начал тренировать несколько месяцев назад. Вначале я не мог даже на долю секунды зафиксироваться в данном положении. Тренировка переднего виза была нерегулярной. В данный момент мой уровень примерно секунда в удержании. С этого момента я начинаю раза 3 в неделю выполнять передний виз и подводящие к нему упражнения. Ближайшая цель 5 секунд в чистом удержании. Посмотрим, что из этого получится. Свою тренировку данного элемента я буду начинать непосредственно с попыток переднего виза, то есть максимально стараться буду удерживать. Ну, 2-3 подхода, думаю, будет достаточно. Ну, а первое подводящее упражнение будет это опускание туловища в негативной фазе. Достаточно сложное упражнение, но, на мой взгляд, самое эффективное. Следующим подводящим упражнением будет поднятие туловища до параллели с полом, землей. Количество повторений 6-8 у меня будет. Количество подходов 3-4. Следующее подводящее упражнение, то же самое, что было до этого, только уже с опущенными ногами. Тоже делаем 3 подхода. Ну и в конце еще одно упражнение, я его называю приведение спины. То есть я его уже в прошлом видео демонстрировал в одном из своих предыдущих видео, когда выполнял выход силы. Это начальный этап, то есть это старт, можно сказать, для многих упражнений на перекладине. Ну еще решила выполнять передний виз с согнутыми в коленях ногами. Смещать центр тяжести, соответственно, удержание выполнять проще. Но также хочу заметить, что количество подтягиваний никак не влияет на данный элемент. Я подтягиваюсь достаточно много, и это мне совсем никак не помогло. Друзья, это было первое видео по переднему вису, и это не обучалка, так как я сам еще учусь. В дальнейшем буду выкладывать видео со своим прогрессом в переднем висе. Также, возможно, будут корректировки в тренировочном процессе. То есть освоение переднего виса у меня на канале будет пошагово. Я параллельно изучаю еще ряд основных элементов воркаута, по ним также буду выкладывать видео в подобном формате. Спасибо за просмотр, поставь лайк и подпишись на канал.